Дезертир из Гиен сообщил, что они кое-что нашли на месте крушения борта номер один. Находку держат в хранилище Центрального банка. Что бы они ни украли, это точно что-то важное, раз они так рисковали. У кого-то из Гиен должны быть коды доступа туда. Агент, надо попасть внутрь, открыть хранилище и вернуть украденное. Серьезно.
требуется медицинская помощь. Найдено мобильное устройство.
твою. Обыщи труп. Похоже, это тот самый ключ. Пора прибарахлиться. Почему не отдали нам это? Знаю, что мы самые крутые парни в городе. Дай-ка мне эту штуку. Ух ты! Какие тут кнопочки. Да, нехилая пушка. Эти дымки пихнуть не успеют. Мы вынесем этих ублюдков нахрен. Это точно. Перехвачена радиопередача. Это сраный спецотряд. Таракан приказывает всем вернуться в штаб.
Хранилище впереди. Личность идентифицирована. Доступ разрешен. Перехвачена радиопередача. Тревога! У нас тут агенты в хранилище! Спокойно. Президента мы увели. Он теперь наверху сидит. Охренеть. С места крушения они увели президента. Агент, теперь надо выяснить, где содержат президента и забрать его оттуда. Подключи ИСАК к охранной системе. Там рядом есть центр обработки данных. Запущен поиск. Поиск завершен успешно. Объект найден. Это президент Элис. Я вышлю вертолет для его эвакуации. Хранилище будет запечатано.
Сак, есть оттуда выход. Поиск выход оттуда, ноль совпадений. Никчемный кусок пластика. Так, посмотрим. Если сможешь пробиться через западную стену, то попадешь в технический тоннель. Это рискованно, но другого выхода нет. Исаак, нужно найти путь к президенту. Маршрут следования просчитан. Твою мать, можешь, когда хочешь. Спасибо, Исаак. Вот и порядочек. Долбанный спецотряд! Уже в затылок дышит! Слава богу, мы здесь. Берегитесь. Еще бойцы.
Это я. Высылайте вертолет к этому зданию. Живо! Так точно, мистер президент. Птичка уже летит к вам. Сэр, рядом с вами нет ни одной подходящей крыши. Так взорвите эту крышу! Ладно. Ведите меня в холл.
Сжимайся, сколько влезет! Серьезное ранение.
всего спецотряда, агент. Надеюсь, мы еще поработаем вместе. Это была большая победа для нас. Рад, что вы снова с нами, мистер президент. Агент, тут с тобой президент Эллис хотел поговорить. Думаю, хочет поблагодарить за спасение. При случае, загляни к нему. Эй, агент, мы уже можем расширить набор твоих навыков.